Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Ивана Петровича Павлова – один из ведущих медицинских вузов страны. Мы входим в тройку лидеров в России и занимаем первое место в Санкт-Петербурге. В 2020 году международный рейтинг лучших университетов мира World University Rankings включил нас в топ-500. 75 кафедр ежегодно обучают 6 тысяч студентов, включая иностранных граждан, и более 1200 ординаторов и аспирантов. Врачей-специалистов выпускают лечебный, стоматологический и педиатрический факультеты университета. Отделение клинической психологии готовит специалистов и преподавателей. Медицинский факультет иностранных студентов известен во всем мире своими выпускниками. Отделение адаптивной физической культуры и отделение спортивной медицины дают знания по реабилитации и адаптации лиц с отклонениями в состоянии здоровья и медико-биологическому сопровождению спортсменов. Институт сестринского образования и факультет высшего сестринского образования готовят медицинских сестер и преподавателей. Факультеты довузовского и послевузовского образования, отдел подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального образования расширяют и дополняют образовательный цикл. Университет реализует программу непрерывного медицинского образования. А в рамках Международной федерации ассоциации студентов-медиков проходит программа международной академической мобильности. Наша история неразрывно связана с городом Санкт-Петербургом и его университетскими традициями. Ведь первый российский университет был основан именно в Санкт-Петербурге в 1724 году. А в 1798 году открылась военно-медицинская академия, которая сильно повлияла на формирование нашей медицинской школы. 125 лет назад был основан Санкт-Петербургский женский медицинский институт. Сейчас первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика Ивана Петровича Павлова. За 125 лет мы подготовили более 60 тысяч врачей. По сей день мы развиваем медицину и создаем традиции. Наш учебный процесс ориентирован на практику и приближен к профессиональной деятельности врача с акцентом на персональные курации больных в клинике. Уже с третьего курса начинается знакомство студентов с конкретными клиническими случаями. В университетской клинике более 100 подразделений, консультативно-диагностический центр, родильное отделение, отделение переливания крови. Здесь работают академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, профессора, доктора и кандидаты медицинских наук. Основа нашей помощи пациентам – это высокие технологии в медицине. Научные исследования – традиционно являются одним из приоритетных видов деятельности и включает в себя все основные тренды медицинской науки – онкологию, фармакологию, трансплантологию и гематологию, молекулярную генетику, кардиологию и кардиохирургию, пульмонологию и нефрологию. Ежегодно университет проводит научно-практические конференции, симпозиумы, конгрессы и мастер-классы, в том числе с международным участием, что позволяет нам находиться в центре научного знания и смотреть в будущее. Званием «Почетный доктор университета» награждаются ученые, клиницисты и видные государственные и общественные деятели со всего мира. Наша миссия – обеспечивать высокий профессиональный уровень медицинских и научных кадров и формировать гражданские и нравственные качества человека.